нашла. Снимаются все маски и голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Воронки она. Воронки стоит, понятно. Хорошо, защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта, берем веру в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией веры поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3, пошел подъем. Мы на месте. Отлично, мы приветствуем Веру, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, она доверит. Отправляю эту воронку в клетку-тюрьму, 1, 2, 3. Она говорит, жжет мне ноги. Сейчас проверим, почему. Воронка в клетке? Да. Выстраиваю канал к ответственным, 1, 2, 3, притягиваю в клетку-тюрьму. Без. Так, без. Я не совсем понимаю, что это значит сейчас твоя воронка в ногах человека, которого мы уже чистили. Ты решил со мной потягаться? Че я ничего, сама откуда наступила эта воронка? В нее. Ну а почему она наступила? Что значит сама наступила? Эта воронка стояла на месте? Передвигаюсь я в ней. Хорошо, и как получилось так, что она в нее вступила? Сколько герц у нее было? Я могу по любым воронкам ходить, мне ничего не станет. Почему она? У нее вибрации низкие были. В чем причина? Объясни мне. Но он ее показывает. Она да. разгармонизирована. Все тела у нее отдельно. А почему такое не случается? Не работает с ними. А, вот как. То есть она не работает, не заправляется энергиями, не синхронизирует, не гармонизирует, не выдавливает из себя весь негатив. И в соответствии с этим у нее падают вибрации. И вступая в твою воронку, она практически сразу к ней приклеивается. Я правильно понимаю? Да. Хорошо, без. У меня нет к тебе, в принципе, претензий в этом плане. Скажи мне, сколько ты находился с этой воронкой в ее биополе? Это не я ее, это она меня затащила. 3 дня уже таскает с собой. Да ты что, она тебя таскает с собой? Кружит и кружит, отцепиться не могу. Хорошо, я тебе помогу отцепиться. Скажи, что ей нужно сделать, чтобы в эту воронку больше не вступать, вернее, чтобы она к ней не приклеилась? Дурацкое слово. Позитивно мыслить ей надо, тогда от нее свет этот пойдет противный. Оттолкнет ладно. Мою воронку. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо. И все-таки ты это сказал. Ладно, оставим этот вопрос. Хорошо. Я даю команду на счет 3 сканер сканирует пространство над головой Веры под ногами. Ответственные присутствуют, они притягиваются в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Если человек не занимается собой, не понижает вибрации, то эту очистку можно проводить хоть круглогодично. Он постоянно будет цеплять какие-то вещи. Это осознанный процесс, Вера. Поэтому мы вам объясняли, как работать. Но не видим никакой вообще даже следов работы вашей над собой. Вы никогда не пытались даже. Она чистая, но не расслоена, как он сказал. Все тела одно с другим стоят. Вместе хорошо. Не собран. Хорошо, считай герцовку. Сколько у нее сейчас герц? 10. 10 герц. 10 герц. Это любой демон войдет, даже бес войдет. Спокойно. Тогда будем решать этот вопрос. Что, надо беса отпускать, потому что он, в принципе, не при делах с этой воронкой. Ты что-то... Знаешь, что он показывает? Да. Он показывает, что у воронки есть своя герцовка. И по краям она выше, а в середине ниже. Хорошо. Сколько герц твоя воронка имеет? По краям 12, а внутри у нее штиль, где он может сидеть. То есть внутри у тебя 8 герц, да? 7-8. Да. Чуть меньше, чем я. Понятно. Хорошо, чтобы тебе было комфортно там сидеть. Ну, тоже интересная информация. Ладно, хорошо. Ты что-нибудь установил в ее биополе, кроме этой воронки? Есть что-нибудь? Нет. Хорошо, давай тогда сделаем следующее. Включай Вере внутренний белый свет. 1, 2, 3. И на счет 3 Вера выдалит из себя все негативные и патогенные энергии, эмоции, мысли и чувства. 1, 2, 3. Пошел свет. Все эти энергии выдавливает из всех 7 тонких тел. Все негативные и патогенные энергии, они формируются перед Верой в шар.
Через ноги у нее выходит весь негатив. Отлично. Собирается все в шар. Готово. Большой шар? Как мячик. Отлично. Бес забираешь? Ой, угощение. Давай. Ну, отправляю бесу. Твоя чистота. Мне эта энергия ей без надобности. Ах, вкусно, вкусно, как в шерстку пошло. Ладно, хорошо, буду тебя отпускать вместе с воронкой. Готов уходить? Куда отпустишь? Назад в домик? Я тебя отпущу на твою чистоту. И я тебе сразу говорю, чтобы ты больше не приходил к ней. Не цепляйся со своей воронкой к ней. Это понятно? Да ладно, понял, понял. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. И бес с этой воронкой уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Из того огненную пентаграмму. Готов. Хорошо, давай заправим ее энергиями. Говори, пожалуйста, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации? 270. И? 23. На счет 3 в макушку головы веры начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 270% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Все чакры наполняются. Частота вибрации поднимаем до 23 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Пошел процесс. Готово. Хорошо, все чакры стали на место сейчас? Да, она говорит, тут-то мне хорошо, а там я не могу их синхронизировать. Вы должны повторять и прислушаться к своему внутреннему ощущению. Вы даете эти команды с полной верой, что эти энергии должны их визуализировать, как они между собой переплетаются и синхронизируются, и гармонизируются. Если вы не будете представлять, а просто говорить эти слова, толку не будет, Вера. Поэтому вы должны всегда себе полный отчет отдавать в том, что каждое ваше слово должно быть подкреплено визуализацией того, что вы делаете. Вот вы говорите, 270% энергии поступает в макушку моей головы, 1, 2, 3. И вот 7 этих потоков цветных, как радуга, идут в ваше тело, идут в ноги, с ног вверх поднимаются до вашей макушки. И когда вы почувствуете, что у вас на макушке начинает чуть-чуть шевелиться волос или покалывание такое, то вы заправились. После этого говорите, поднимая свои вибрации до 23 Гц. И то же самое ощущение, какие-то мурашки пройдут по телу. Вы должны подождать около минуты, и после этого даете команду себе, синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. И щелкнуть пальцами. И все эти энергии распределяются автоматически по вашим чакрам. У вас их 7, и все становится на свои места. Все понятно, Вера? Старая уже для этих знаний. Но если вы хотите действительно в этой жизни сделать какой-то большой скачок для того, чтобы и в следующих жизнях это зачелось вам, или поднять уровень своего высшего «я», вот это и есть та осознанность, о которой мы и говорим. Непонятно мне все это. Непонятно. Хорошо. Мы вам предложили вариант, других у нас нет. Хорошо. Будем возвращать сейчас Веру в ее систему биоробот-душа. И после этого приступаем к чистке ее дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Веры в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Отключаемся от Веры. И на счет 3 ты стоишь перед входной дверью в ее дом. 1, 2, 3. Да, я здесь. Одевай на тебя специальный в матрице земли. Готов. Входи в дом. Да, я на месте. И я даю команду по клетку. Разбиваем на сектора для каждой сущности. Пошел процесс. Она здесь выходит сразу. Кто? Арахноид. Синий дракон. Синий дракон, хорошо. Две воронки. Рептилоид. Сколько грейв? Один. Один грей. Странно. Хорошо. Дальше. Он больше на гуманоида похож. Хорошо, будем разбираться. Кричит грей, я грей. Ну а что ты тогда на гуманоида похож, если ты грей?
Может, ты гуманоид? Гуманоиды у нас все уходят в межгалактическую полицию. Грея. Хорошо. Дальше кто у нас? Где низкая вибрационная? Сейчас идем к ним. Черт есть. Черт. Все. Итак, арахноид, синий дракон, две воронки, рептилоид, один грей, который на самом деле гуманоид, и черт. Считай цифру синего дракона над головой. Чего ты смеешься? Они не знают, как на тебя реагировать. Понятно, хорошо. Если ты сказала, ты грей, значит ты грей. Говоришь, полицию сдашь, что ты смеешься. Я даю... Если бы ты... Напугался вообще. Если бы ты был гуманоидом, я бы тебя сдал в межгалактическую полицию. Так как ты являешься греем, я не собираюсь тебя никуда сдавать. Теперь тебе понятно? Да, понятно. А черт, что он нервничает? Какое он отношение имеет к межгалактической полиции? Нервничает, не знает, как реагировать на тебя. Нормально реагируешь, смеешься. Реагирую нормально, отвечая на мои вопросы, когда я их задаю, выполняя мои команды. И когда мы дойдем до того момента, когда я буду собирать весь негатив в этом доме, я тебе соберу еще весь негатив в этом доме, отдам тебе в дорогу, а потом отпущу. Тебя устраивает такой вариант? Все понятно? Он не может понять, ты добрый или злой. Да, понятно. Строгий, но я добрый. Так тебе понятно? Не бей, главное, понятно. Я не буду тебя бить, я не собираюсь тебя бить. Зачем мне тебя бить? Ты что, меня обманул или ты бросаешься на меня? У нас были те, которые мы били. Те, кто бросался на нас. Те, кто бросались, стреляли даже в нас. Так что я тебя прошу. Ты к этим не относишься, поэтому все нормально. Стой, и все будет закончиться нормально. Хорошо. Он говорит, что он к этим не относится и показывает на арахноида. Он стреляет. А чем он стреляет, арахноид? Чем там стреляешь? Паутиной. Да, арахноид. Ты хочешь кого-то стрельнуть из нас паутиной или как мне это понять? Видимо, в черта стрелял. Ты в черта стрелял своей паутиной, да, арахноид? Один раз в углу закрыл его паутиной. А что, он тебе мешал или что? Мешал, да, суетливый. Ладно, это ваши разборки, мы туда не вмешиваемся. Давай, арахноид, выходи сейчас, собирай все свое потомство, если есть, всю свою паутину по всему дому. Ничего не забывай, возвращайся в клетку, докладывая о готовности к проверке. Все, кто пройдут проверку, уходят на свою чистоту. Если кто-то что-то забудет, ну, тогда будем уже разговаривать по-другому. Собирает арахноид крыша, комната. Ну, там, где спокойная комната. Шкафы. Шкафы, там, где мало движения. Они любят такие места спокойные, да. А у него много паутина, у него и потомство есть. Есть комнаты, какие-то материалы лежат, он под ними везде. Хорошо, арахноид, а сколько ты находился в этом доме, скажи мне? 3 года. 3 года, хорошо. Удачно попал в спокойный дом. 3 года пожил спокойно, потом пришли мы. С законами мироздания ты знаешь. Арахноид, ты все собрал, ты готов уходить? Да, он готов. Хорошо, я прошу тебя больше не приходить в этот дом, и все здесь запечатаем. Он говорит, что его потомство есть на участке. Давай сделаем так. Выходи тогда на участок, собирай все свое потомство на участке сразу. И забирай все. Он собрал все потомство, уже живет своей жизнью и есть на участке. А, хорошо, я их отпущу тогда на вашу же чистоту. Все. С этим мы тоже решим. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, все свое потомство, паутину, уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Под 2 воронками в клетке открывается портал в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Рептилоид, скажи Греем, пусть они выходят, собирают все свои приспособления в доме. Ничего не забывает, отключается полностью, возвращается в клетку и докладывает мне о готовности к проверке. Приступай. Он говорит, что мы здесь в жилых помещениях обосновались. Вы всегда в живых помещениях обосновываетесь. Для меня ничего нового. Сколько вы находились в этом доме конкретно, рептилоид? 4 месяца. А что так, 4 месяца всего? Понятно, хорошо. Какая энергия вас заинтересовала в этом доме? Любая, выбирать не приходилось. Понятно. Все сняли. Хорошо, рептилоид Грей, готов выходить? Да. Хорошо. Открывается наверху 2 портала. Один на чистоте рептилоида, один на чистоте Грея. Грей забирает все, что он с собой принес, и уходит в свой портал. Рептилоид забирает все, что он с собой принес, и уходит в свой портал. Закрывая, печатая, растворяя оба портала.
Готово. Считай цифру синего дракона над головой. 26-11. А что ты такой большой 26-11 и здесь находишься? Что тебе понравилось здесь, дракон синий? Что ты увидел? Сейчас, секунду, он говорит, что у него соты здесь. В многих домах у него платы. Меня интересует только этот дом. В этом доме есть соты? Ты не понял. Соты я называю энное количество домов, где я установил свои платы. Этот один из них. Понятно. Хорошо. У меня нет основания к другим домам переходить. Меня никто об этом не просил. У меня только задание по этому дому. Поэтому этот дом будет чистый. Ты отключишь его от своих систем сот. Вытащишь все, что я оставил в этом доме. Дашь мне слово синего дракона, что никогда больше в этот дом не войдешь и не подключишься к этому дому. Только после этого я тебя отпущу на твою чистоту. Если ты нарушишь свое обещание, следующая наша встреча закончится для тебя печально в галактическом ядре. Отпусти меня, что мне делать? Я тебе сейчас дам команду. Синий дракон выходит и собирает все в этом доме. Если есть на земельном участке еще что-то, он это все собирает. Никаких следов от него не остается. Он возвращается в клетку-тюрьму, докладывает о готовности к проверке. Приступай. На участке нету. Хорошо, уже хорошо. В доме теперь все. Давай. Плата у меня по потолку. Понятно. В спальне, в кухне. Ну, в кухне собираются люди. В спальне очень удобно их отсасывать, пока человек спит. Энергии. Снял. Хорошо. Итак, синий дракон, я жду от тебя слова. Синий дракон, что ты больше к этому дому никогда не подойдешь. Да, даю слово. Так легко. Да, так легко. Но я тебе объясняю, что нарушение этого слова влечет за собой определенную ответственность. Если хозяйка дома мне скажет, что что-то непонятное в ее доме, ровно через 10 минут я буду находиться в ней, ты будешь стоять в клетке, после этого... Я понял, я не нарушаю свой слово. Хорошо. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. У нас остался черт. Какая негерцовка, Вера, считай, пожалуйста. 5. Он так руки в боки сделал и грудует. 5 – это уже почти, почти бес. Ну, еще чуть-чуть и дотянешь. Хорошо, ладно, давай, черт, не будем твое время и мое тратить. Выходи. Собирай все, что ты раскидал в этом доме, все комочки, одеялки, носочки. Если на ком-то ты установил носочки в этой квартире, в этом доме, ты мне сразу скажи, что если я их найду сам, я тогда обижусь на тебя. Одеялки есть, у него комочки есть. Хорошо. Собирает, бегает. В припрыжку. Черт, скажи, сколько тебе лет в человеческих годах приблизительно? Он показывает, он по шторам почему-то лазит и прыгает со шторы на штору. Как хорошо. Обезьян. Черт, мой вопрос. Не знаю там. Не знаешь, сколько тебе лет? Не может он сказать. Что-то у него на 6 лет, а что-то на 15. Ну, молодой он еще. Физический уровень и да. Сообразительность. Угу. Не ребенок. Но молодой. Много гадостей знаю. Ты обучался в школе? Обучаешься еще? Я и сейчас обучаюсь. Понятно. На чем ты специализируешься? Какая твоя фишка основная? Что у тебя лучше всего получается? Кувыркаться умею. Хорошо. Но в следующий раз тогда с арахноидом будь осторожной, потому что они такие, да, они могут паутиной плеваться. О, это была история. Скакал я возле его потомства. Вот как, понятно. А ему это думал, не понравилось. Думал, не видит моей герцовки. Но энергию никуда не денешь. Нет, конечно. Прочувствовал меня и пригвоздил к полу. И долго ты там был пригвожденный к этому полу? Пару дней? Это так. Понятно. Также можно из голода умереть? Да, здесь везде энергия. Ну, понятно. Хорошо. Я тебе сегодня дам в дорогу много энергии в этом доме. Я все думаю, собрал. Очень много собралось. Хорошо. Так, давай, черт, теперь выходи и показывай мне все порталы в этом доме. Я их все буду закрывать. И после этого отдам тебе весь негатив. Пошли. Под кроватью, вон там портал. Под кроватью. Под кроватью, по всему периметру кровати внизу открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3.
И этот портал уходит на переработку, фантом портала, все наночастицы, все на переработку, в чистую первичную энергию уносится. Закрываем, опечатаем, растворяем, идем дальше. Пошли еще покажу. Давай. Окно в спальне. По всему периметру окна внизу открывается портал. Галактическое ядро засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрывай, печатай, растворяй. Пошли дальше. Шторы красные, видишь? Между ними портал. То-то я и прыгал с одной на другую. А, вот он где. Хорошо. Внизу под этим порталом открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо. Идем дальше. Дверь входная. Вот как. Под этой дверью внизу открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала и наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Все, я только эти знаю портал. Хорошо, Верочка, поднимись сейчас над домом. 1, 2, 3. В твоих руках появляется сканер Плеяд. И просканируй, пожалуйста, этот дом на порталы. Здесь есть портал еще в полу. Просто я над домом, я не вижу, что это хорошо. За комната. Иди к этому. Сверху. Иди к этой комнате. Да, здесь. Видишь этот портал, да? Вижу красное пятно. Хорошо. Под ним внизу открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала. Все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Больше ничего нет, да? Нет. Хорошо. Значит, тогда все черт сделал. И я даю команду насчет риска, эмоций, мыслей и чувств. Пошел процесс. Слушай, там есть только мент, то ли печка зеленая такая. Вот из нее столько повалило. Печка? Да, как... Ничего себе. А что там не в печке? Знаю. Там подклада нет никакого? Все равно вытянет все. Там как пепел из нее повалил негатив, когда ты сказал. Шар все свернулось. Отлично. Космический большой? Нет, ну меньше, чем другой. Понятно. Под космическим открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Он уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяя. Черт, забираешь этот шар? Подожди, прокашляюсь. Хорошо, давай. Покашляем. А то в горле застрянет. Я тебе могу на два шара разделить его. Здесь может... серьезный негатив. Да, объясни мне, что это за негатив, который шел из печки? Что это такое? Такого еще не видел. Ты знаешь, что это такое? Жгла она там что-то годами. Это не магия, случайно? Не, я спроси. Если ты отдаешь или нет? Я отдаю тебе. Это отправляю шар, как и обещал, черту. Как огонь стал. Еще быстрее теперь буду. Теперь будешь еще быстрее. Понятно. Хорошо. Готов уходить? Отпускай. Ты получил все, что ты хотел. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта. 1, 2, 3. Черт забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Клетка у нас пустая? Да. Открываем под ней портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Она уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. И я даю команду. Готово. Переносимся на земельный участок. 1, 2, 3. Я здесь. Я даю команду. Здесь демон сразу. Хорошо, демон. Поехали дальше. Три воронки, арахноид, птицы, кошки. Птицы, кошки. Кто еще? Черт. Все. Хорошо, арахноид. Выходи и собирай всю свою паутину, все свое потомство на земельном участке. Ничего не забывая, возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Готов. Хорошо, готов уходить? Готов, да. Больше не приходи. Открывается наверху портал на чистоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Под воронками открывается портал в галактическое ядро, они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Птицы, вы хотите уйти в свой мир?
Да, не хотят. Открывается портал против часовой стрелки. Светлый портал на частоте птиц. 1, 2, 3. И они уходят в этот светлый портал в свой мир. Готово. Закрывай, печатаю. Растворяй. Хорошо. Кошечки, хотите уйти в свой мир? Да, не хотят. Открывается портал против часовой стрелки в кошачий мир. 1, 2, 3. Светлый портал. И кошки уходят в свой мир. И мы им желаем всего хорошего. Мяу-мяу. Закрывай, печатывай, растворяй. Хорошо, черт, выходи и собирай все, что ты раскидал на этом земельном участке, все свои ловушки. И как закончишь, возвращайся в клетку-тюрьму. Доклады о готовности к проверке. Приступай. Ну, он ворчит, только расставил, говорит, собирай, заставляет. Давай без ворчания, черт. Я делаю свою работу. Я могу быть и грубым, поэтому лучше со мной не ворчи. Много у меня, как же я могу все собрать? Но я могу это все сжечь двумя словами. Ладно, ладно. Делов-то. Я так считаю. Все снял. Хорошо, готов уходить? Готов. Открывается внизу портал на чистоте черта. 1, 2, 3. Черт забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Считай герцовку у демона над головой. 11 у него. 11? Вот очень редко встречал 11. Хорошо, демон, ты здесь хозяйничал, да? Да. Хорошо, давай сделаем следующим образом. Ты сейчас соберешь все, что я оставил. После этого ты мне покажешь порталы на этом земельном участке. Я их все закрою. После этого я соберу весь негатив на этом земельном участке и отдам его тебе в дорогу. Тебя устраивает такой вариант? Да, устраивает. Хорошо, давай тогда выходи, собирай все сначала, все, что я оставил, все свои ловушки. Все забирай. Хорошо, летом тепло. Да, зимой холоднее, ты прав. Все, готов. Хорошо, давай теперь пошли, показывай мне порталы, а я их буду закрывать. Пошли. Он показывает забор и есть портал. Видишь его, да? Да. Хорошо, открывается под этим забором, где портал. Портал в галактическое ядро, 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Пошли дальше. Готово. В земле. В земле, где именно? Просто в земле уходит воронка вниз, большая. Большая воронка уходит вниз, хорошо. Выпрыгивают они из нее. Нижний. Хорошо, по всему периметру этой воронки открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, уходят все фантомы, наночастицы, все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Идем дальше. Что дальше-то? Есть еще одно место в заборе и все. Ну хорошо, показывай. Показывай. Видишь? Да. Под этим местом в заборе открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Засасывает туда портал, фантом портала, наночастицы. Все ушло на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Все, закончили? Да. Хорошо, я даю команду. И 1, 2, 3. Пошел процесс. Готово. Большой шар? Да, очень. Демон, забираешь? Все или... мне, что ли, забираю. Все твое? Я же для тебя собирал или для кого-то? Я с черта специально отпустил. Давай тогда, давай. Хорошо, отпускаю демону, отправляю этот шар, как и обещал. Не томи, жрать хочется. Не томлю тебя, ты б столько не собрал сам. Соседские энергии там тоже были. Соседские? Разные были. Слушай, а там же это вот вражда идет какая-то между соседями. И этим человеком. А там есть какие-то подклады? Вот это, наверное, все и выходит, да? Есть какая-то магия какая-то? Где? На участке? Да, от соседей. Да пакостят они друг другу. Пакостят. Ну, это их проблемы, я уже объяснял. Хорошо. Так, ты все забрал, да? Я весь негатив сожрал. Отлично. Значит, заправился. Готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит, довольный, на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя с того огненную пентаграмму. Потом. Хорошо, Вера. И на счет 3. Работает в автоматическом режиме. Готово. Отлично. Хорошо, Вера, мы закончили здесь? Да. И отключайся от дома и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем.
Я на месте.